А есть какое-нибудь уравнение или формула, какая-то общая запись мира, вот, динамики? Настоящая математика, настоящая наука, как бы инженерная мысль, она про реальные объекты, она изучает, вот, допустим, вот ванну у тебя, вот, да? Вот вынуть из нее пробку, за сколько она выльется? Вот это вопрос делаю. Значки на интуицию. То есть такие значки, которые тренируют твою способность воспринимать информацию именно напрямую. То есть за счет этого ты лучше гораздо собрать и придумаешь математические модели. Каждый... Есть у нас банк, есть 10% годовых ставка и 10 лет. Вот. Это же есть очень близко к числу Эйлеру, числу Е, которое 2,71. Но дело в том, что когда ты это число знаешь, и когда ты тему интуитивно понимаешь, то это число, ты вот эту цифру 10 лет, 10% считаешь мгновенно в уме. Раньше это были у нас лекции, сейчас мы это будем в YouTube заливать. Вот такой конкурс стартует сегодня ВКонтакте. Вот группа, вот адрес группы, собственно, вы, наверное, в ней смотрите. Внизу уже первая задачка, там будет три варианта ответа, отвечайте. И у нас с победителем по итогам недели у нас призы настоящие, материальные призы, почитайте конкретно что. По итогам месяца у нас еще призы, потом у нас открывается по географии турнир. Ну,